гостях у христианской футбольной лиги команда под названием МВПУ. Команда, которая выступала в прошлом году еще на маленьком поле, в этом году уже будет на большое поле. Ну, начнем, наверное, Саш. Саш, пару слов, что за команда и насколько произошли изменения в вашем коллективе. Нет ли страха идти на большое поле? Команда, название осталось тем самым, каким и было, мы не решили, не менять название. То есть, всі знають команду ВПУ в християнській лізі, да? Тобто, що вона настоящий борець до кінця. Може не до кінця, але будемо надіятися на те, що буде до кінця. Угу. От. Помінялась команда суттєво. Якби всі ті, які навчаються зараз в коледжі, всі грають. Да? От. І, відповідно, страх перед великим полем, це, я думаю, для нас, для ці хлопці, які будуть грати, вони не будуть приймати цей страх до близько до себе. Вони самі захотіли грати на велике поле і от казати їм просто немає желання, ні можливості навіть так. Хорошо, тоді пару слов. Вань, вопрос тобі. От на твій взгляд, ну ти вже є такі гравці, тренуються, грають, да? На твій взгляд, ваша команда напоминає якийсь відомий футбольний клуб чи ні? Как ты считаешь, есть ваш, стиль вашей игры вашей команды? Подтверди, Андрей. Похож на кого-то? Похож. На Челси, да, я думаю? Да, на Челси самый простой. На Челси, да? Автобус старый. Я хотел бы слышать слово от... Майн, скажи, пожалуйста. Больше похож на команду, которая, то есть, играет на английском уровне. То есть, такое, там, боевая очень команда. На Вопрос, наверное, Паша, тебе скажи, пожалуйста, сильные стороны вашей команды, вот какие ты считаешь? Ну, я даже не знаю. У нас хорошие вратари, мне очень нравится. А кто вратарем? Я, конечно. Я же там один молодой человек. Да, самое сильное, что я сам. Андрей, насколько сложно быть вратарем в этой команде? Насколько сложно? Да. Много ли приходится кричать на защитников и последствия? Наоборот, в основном на него кричать. Да. Ну вот самый надежный защитник, на твой взгляд, в команде, это кто, на кого можно положиться, с кем ты вот чувствуешь себя, вот как бы как в своей тарелке, говоря. Маня. Маня, да? Маня, ты в защите, да? Такое бывает. Защиту хорошо защищает. Кто в нападении в вашей команде играет? Владимир Владимирович. Да? Саша, а еще кто? Ну еще там несколько человек будет. Скажи, пожалуйста, вот Саша много говорил в прошлый раз, вот все-таки на встрече с командой ВПУ. Какая у вас тактика? Вот, Жан, давай вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, тактика на встрече. У нас еще нет. Там каждый игру, ну, возможно, планируется какая-то наигровка, я не знаю. То есть будет какая-то наигровка, да? Да, ну сейчас уже обсуждаете, что будет в основном в составе. Или нет? А, может, это сейчас? Да, да. Ну, не хотел заговорить перед дерби там. Да. Но это дерби для вас очень важно, да? Да, это очень важно. Хорошо, вот вчера мы говорили с ребятами, что основное отличие между ВПУ и КПК это то, что на одну букву меньше в названии. А вот если в игровом плане, как вы считаете, в чем разница? Ну, я думаю, на поле все покажут, что разница. Мы не бачили просто, как они играют. Они играют. И не бачили, как другие команды в этой лизе, то есть так само. То есть для вас это загадка? Ну, для того мы как бы и пришли в третью лигу, чтобы попробовать уже что-то сильнейшее, может сильнейшее, будем надеяться на то, что сильнейшее, то есть и себя треба показывать из сильной стороны, потому что играть в мини-футбол, то есть такие мы играли в четвертой лизе, играть в великий футбол, это совсем, ну, две разные вещи. Понял. Сереж, как думаешь, ваша команда будет забивать? То есть могли гол будет ваши зрители? Да. То есть приблизительно, когда он заигрывает, сколько голов вы сможете забивать? Три. Три? То есть минимум три. Хорошо. И такой вопрос уже, как у вас, если бы была бы возможность кого-то пригласить из звезд футбола в ваш клуб, кого бы вы пригласили? Кристиан. То есть это все Кристиан? Точили рыбалку, можно сказать. Нормально. Я первого позвал. Вам молодого летания. Ну, у вас такая команда патриотическая, то есть своих игроков хотят видеть, да? Или нет? Реброва. То есть либо Барселона, либо Динамо Киев, да, в этом плане. Хорошо, Сань, твои пожелания вот команде ВПУ на этот сезон, чтобы ты хотел? Чтобы тебе побажати, ну, по-перше, це здоров'я всім хлопцям, да, всім гравцям цієї команди. По-друге, щоб кожен із них задумався про те, що все-таки треба
доказати, да, і показати всім учасникам, що ми не маленькі діти, от, а іменно команда, яка буде боротися за чемпіонство. Ну і всім командам, учасникам, то є, що показували взаємний футбол, не травмували друг друга. Ну і удачі. Кстати, вот девиз вашей команды уже есть или нет еще? Еще нет. То есть вы еще все впереди, да? Ну, тогда вам успехов и побольше побед, и главное, без травм.